Девочки и мальчики, боже мой, посмотрите, я повестила эту картину. Витамин, хочу показать еще раз вам. Просто, можно сказать, похвастаться, как у меня классно вообще получилась эта картина. И вот этот фон, как будто свет сзади. Она получилась просто классная. Вот моя подпись здесь. Просто супер. Мы с Винсентом сейчас отправляемся на собрание от нашего комьюнити. Бывает оно один раз в год, поэтому мы поедем и послушаем, что нам говорят. И если какие-то будут вопросы, будем задавать. Я не знаю, может там снимать будет или нет, но в общем вот так. А ты у нас остаешься за хозяйку. Да, за хозяйку Медной горы. Сиди тут, никого не пускай, малюточка моя. Так, Винсент выехал. Поехали на собрание. Мы же платим каждый месяц, извините. Поэтому надо поехать. Сегодня к нам приходила тетенька, говорит, придете вы на собрание или нет? Если не придете, распишите, что вы не придете. Я говорю, придем, придем. Как же так, придем. So, you ready to ask the questions? What question? Where our money goes? Goes in somebody's pocket. Я говорю, ты готов задать вопрос, куда наши деньги идут? Он говорит, ну в чей-то карман. Well, you really park close. У нас, конечно, HOA маленькие. У нас мы когда купили дом в 16 году, HOA были $30 в месяц. Сейчас $40 в месяц. На $10 подняли. It's $40, right? A month right now. Or 35. What? What are you talking about? A month? Our HOAs. A month. Like $40. Yeah, $40 где-то. То есть получается мы платим почти $500 в год. А что нам делают? Ничего. Пойдем кулаками стучать по столу. Так, мы приехали. It's okay. Мы приехали с Винсентом. Посмотрим сейчас. Даже не знаю. Maybe here, maybe there. I don't know. We'll try. Так, мы вот расписываемся. Видите, сидят наши. Питера, по-моему, нет еще. Смотрите, тут... Я помню еще с того времени, когда я приходила сюда. Было 5 лет назад. Те же самые шапки торчат из Турции. Видите, как интересно. Тут у нас разные всякие грамоты или чего, что-то я не знаю. Ну, это вообще здание для всяких комьюнити, по-моему, не только для нашего. Вот сегодня это комьюнити. А здесь что? Здесь вот кофе. Хотите, попейте кофе, воды, печененьки, смотрите. Вот так вот. Чипсы. Люди подходят, каждый ищет свою фамилию, расписывается. Вот here. This is the financial. Ага, это они расписывают, куда деньги деваются. That's where they put our money? Yeah. Yeah? Okay. I think I've about said everything, not in the order that I was going to. But I think that's about it, unless anybody having. Собрание закончилось. Все выходят. Винсент ест печененку. Cookies are good. Yeah. What were your names? Natalia and Vincent. Natalia and Vincent. Nice yeah. to meet you. I'm Lynn, and then my husband is Mike. Oh, nice to meet you. So, baby, what do you think about this meeting? Cookies, good? Good, that's it. Я говорю, что ты думаешь о собрании? Я говорю, хорошие печеньки. No, but really, what do you think? It was productive or no? Well, you know,
I don't know. How productive? What they go over? Practically nothing. Я говорю, ну, продуктивно все прошло. Он говорит, ну, как продуктивно-то? Ничего такого они не осветили. I would have gone over step by step of the budget. Instead of just, like, talking about who does what, what does where. Let's go over the budget. Why is this so much? Он говорит, нам рассказали, сколько чего на что тратят. Правда, мы сказали, в прошлом году нам срезали дерево в этом лесу, который нам не принадлежит, принадлежит Эйчой. И они подрезали это дерево, оно упало прям чуть ли не на наше прапорте, и так и до сих пор валяется. И они говорят, мы не имеем права его убирать, и вы не имеете права убирать. Если даже вы распилите его, вы не имеете права убирать его оттуда, это conservation area, то есть должно там же и валяться. Прикиньте, как-то странно все так. I say it's strange that we can cut this tree, but we cannot remove this tree and have to be there. I mean, this is ridiculous. It's just, I don't know. It's ridiculous, it really. It really is ridiculous. Не знаю, что это вообще за чушь собачья. Ну, в общем, вот так. Раз в год вот такое собрание. So, 149 houses in our community. 100, смотрите, 149 домов по $40 каждый месяц. Их, значит, 5 members board, которые получают зарплату за то, что они вот это все делают. These people have a salary, you know? Yeah, no kidding. I know, but imagine 5 people who have salary, let's say 1500 a month. It's crazy. No, they don't get 1500. You could see how much they make on that. Oh, yeah, how much? It's not that much. Not 1000? No. Ah. Okay. I think it's like $300 a year. Ah, okay. Я думала, у них зарплата там 1500. Ну, где-то, может, 300. But they don't do anything either. Он говорит, так они все равно ничего не делают. Ну, в общем, ну, даже если $400 на человека, это умножить на 5, это 2000, и 12 месяцев, это 23 тысячи, 24 тысячи в год они забирают только на... Ну, в общем, не знаю. Это мы только им на зарплату отдаем деньги, получается, что ли, я не знаю. I think we're paying for their salary, that's all. I think there's a lot of people making a lot of money on us, that's all, not them. Он говорит, думаю, что кто-то на нас зарабатывает деньги. Не они, конечно, не те, которые сами же жильцы. Это же сами жильцы на этом, на борде. А like те... I looked at the lawyer's fees. So the lawyer's fees was over $2,000 last year. And that was due to Mark, because they took him to court. They sent him legal... Remember we all got legal notices in the mail? Yeah. Yeah, that was all why... Короче, помните у нас... ходили за домом и что-то все чистили, ну, сами же жильцы. Так этих жильцов судили, я не знаю, присудили им там какие-то деньги или чего, наверное, присудили за то, что они это делали, потому что нельзя там даже трогать ничего. Они говорят, только если пожар можно туда заходить, а так туда заходить нельзя, ничего там трогать нельзя, кустики нельзя трогать, листики нельзя трогать. Там просто... Такой ужас был. Они все так вычистили красиво нам. И их за это еще и судили. Прикиньте. Вообще жесть. Так, где наша маленькая куколка? Где наша Шерочка моя маленькая? Девчушечка моя. Зюзюлечка моя. Ну-ка. Шерочка, где же у меня? Шери. Где же ты, моя куколка? О, ты посмотрите. Это что такое? Она даже не встает. Типа ко мне подойди. Быстро подошла ко мне. Да. Быстро ко мне, скажи, подошла. Да. Вот теперь скажи я. Да, вот теперь скажи я это. Кто там, папа? Тю! Бежит, бежит папа к папе. Ой! Look who it is! She not come to me. Sherry. Oh. Манюсеньки мои. Мяушки. Мяушки мои. Мяушки. Мяушки. Yes, that's my мяушки. Oh, yeah. Aww. Okay, make me bend over. Yes, you are. Meowski.
Мяуски. А что делает? Вот мяуски, yes, you are. Господи, у меня этот фонарь, оказывается, работал. Думаю, что так светло? Ну, ты скучала хоть по нам, маленько-то хотя бы. Чуть-чутенький-то хоть, скучала. Tomorrow I'm gonna make chicken parmesan. Okay, look at this. Wine. Yeah. So, you got a drink for that meeting? Yes. Oh. We won. What we won? Got a treat, got a cut. Мы, говорит, выиграли. Потому что мы настояли, говорю. Давайте убирайте нам дерево оттуда. Ну, а как вы? You look like, actually. Шерри, ты как с папой-то похожа, прям, боже мой, так одно прямо лицо, одно лицо же моя мурысика маленькая, Серёнечка моя бабусенька любимая, ой, ты на какая хаюсенькая у меня девчонка-то. So where was she when you came in? Just laying down. Yeah, see? She just looked at me, it's like you can come over here yourself. She's a good kid. Queen. Look how she sits on my hand all the time. Good. She's a queen. I take her around the house like this every morning. Каждый день, говорит, я каждое утро, я говорю, я беру вот так. И you look at birds, yeah? Mm-hmm. Come on. There you go. Uh-huh. Милая моя девочка любимая. What do you do with the salad, baby? Huh? I'm gonna put away. Что, говорит, ты с салатом можешь делать? Салат поели, надо это убирать. Ну, пойдемте бусинку проведаем. Я бусинке уже тарелочку отнесла еды. Свежий. Ну, что там бусинка у меня? Она была проснувшая. Пойдемте проведаем мою куколку. Мою девочку любимую. Где она у меня? Что это такое? Где же у меня бусинка-то? Ой, съела много. Она у нее тут было много наставлено. Ну-ка. Где наша бабуся? Где наша бабусенька маленькая? Вот она, бабусенька. Моя девочка маленькая, пилюлечка. Ну. Ты уже спрятала, да, еду свою? Вон, видите, эти вермишельку зеленую, вот эту. Я ей принесла, так она уже попрятала. Ну, чего моя коротышка маленькая? Где же хоть моя коротышка-то живет? Где же хоть она живет-то, моя маленькая девочка-то? Расскажи всем, чего ты делала. Чего тебе хоть приснилось-то? Приснился ли тебе хоть принц красивый? Малышечка моя любимая. Малышечка моя. Шерри пока не знает, что я здесь. О, бежит. Смотрите, бежит. Шерри, бежит. Ой, идет. Уп. Ну, проведать пришла свою невесту, хотела сказать. Подружку пришла проведать. Шерри. Да? Скажи, пришла проведать ко мне. Шерри сидит около кровати и не забирается. Потому что не знает, можно ли, нельзя ли. Я ее пару раз сюда приводила. Понюхали они друг друга. Да, Шерри? Чего ты там делаешь? Чего там Шерочка у меня делает? Вот. Это бусинка моя любимая. Ой, чего же, скажи. Забираюсь вроде в домик, а крыши нет. А где же, скажи, крыша? Видите, Шерри не больно уже ей увлекается, потому что Шерри уже подзабыла ее. Она... Серочка моя, чего же ты делала? Ой, да ты моя хаюса, девочка любимая. Ой, слушай, да не кота ли ты уже хочешь? Тебе 4 месяца, ты уже что-то хвост поднимаешь. Может, мне тебя надо уже это, вести? Ой... Целовашечки у тебя, да? Тракторишка мой любимый. Глаза-то потупила как. Говорю, ну-ка, мне тебя не это самое ли?
Может, тебе уже надо это... Так тебе только 4 месяца еще. Ой, не знаю. А бусинка-то, бусинка, смотрите. Как в этом мультике хомяк, который наелся от зайца-то пошел. Все, теперь надо ждать, когда похудеешь. Да, Буся, как это так? Как это ты так вот сидишь? Задница не пролезает, что ли, у тебя, да? Все? Скажи, я пошутила. Да, скажи, я пошутила. Ну, где твой? Колесико твое любимое. Пока не хочет. Колесико ночью крутит. Все, все, все начинается. Опять запасы начинаются. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Она еду эту тоже любит. Всякую любит. Да ладно, мы не подглядываем. Что ты переживаешь? Пошла, пошла, пошла. Прятать-то, скажи, хоть хочется. Как прятать? Крыши нет. Над головой. Давай я тебя закрою, чтобы никто не видел, как ты прячешь. А не то Винсент придет и все у тебя съест. А вон пришла подружка. Уши на макушке. Вот еще один дружок идет. Is Shelly in here? Yeah. Why? Because she visited. We have party here. No, oh, it looks like the rodent is coming out. Mm-hmm. Сейчас подумают, правда, что он застревает. She doesn't look as gray. No. No, it looks like she's gotten darker. Чего вы, миленькая моя, испугалась, что ли, за меня? Ну, чего ты, моя сладкая? That's Sherry's friend. So what do you drink for? Tell me a toast. A toast? Yes. A toast to getting our tree cut down back there. Yeah? That's if they cut it down, who knows. Говорит, тост, скажи, он говорит, тост за то, чтобы нам дерево спилили. Ну, не спилили, а убрали. Которое спилили и бросили. О, бусинка у нас на даче. Видите? На даче умывается. А вон какая у нас даченька там есть, да? Вот такая у нас дача там есть. Вот мы тут открыли глазки там, все. Так, а это что у нас, красавица? Красавунечка моя. Красавунечка моя, любимая. Сюда не надо прыгать, вот там сзади, только сзади. Клеточку. Больше нигде. Здесь наша девочка живет. Маленькая такая. Ты как из мультика у меня, малышка моя. Сейчас тети некоторые напишут. Не надо нам показывать бусинку. А мы скажи, кого спросили-то вообще? Надо показывать или не надо? Скажи, мы тут живем. Это наш канал. Мы здесь, как говорится, звезды. Да, Буся? Попробуй нам скажи нет. Мы все равно скажем да. Вы один раз нет, мы три раза да. Вот как-то так. Эти лютеночки мои маленькие. На зоночки. Да? А это что у нас за звезда с ушами? Ушастая звезда зажглась на небе. Ой. Шерундик-то мой. Включила, значит, охотницу такую, да? Я вот так закрою, ничего не увидишь больше. Все. Сейчас мы с тобой пойдем. Я пока стою, вот так она походит, и все. И я ухожу и забираю ее с собой. Ой, что же я забыла бусинке-то ее еду-то дать. Давай, бусинка, наворачивай. Ох уж она сегодня как прятала. Набивала щеки. А ты больше сейчас уже не хочешь, что ли? Все, пока. Ой, потягуськи, потягусечки. А такие мои котюсечки у нас. Ну. Упс. Тебе, тебе, тебе. Все. Пошли, Шерри, во свояси. Пошли, дорогая. Не нашего ума здесь дело. Пойдем. Пойдем, моя кошечка. Ой-ой-ой, все. Спокойной ночи, бусинки. Пожелаем. Все. Ой. Уходим. Ой. Все. Все.
Crazy kitty. Yep. Crazy kitty. Еще раз показываю вам картину, которая у меня получилась. Винсент, it's a masterpiece, real masterpiece. Yeah, I like the black, white, and red together, and the way you did this shading is really nice. The phone. Yeah? Yeah. Да, очень красиво. Блин, просто. Просто труба. Мой друг из Рыбинска, Гена, мне сказал, Наташа, положи, говорит, картину на пол, заберись на лестницу и, говорит, с лестницы кидай краску, и будет красиво. Так и будем пробовать обязательно. Так что вот буду это в гараже делать как-нибудь. Окей, baby. Today is... What today? А, November 14. Все, сегодня 14 ноября. Всем хорошего дня. So, what do you say in the end? Stuff do you like? Yes.